А сейчас хочу поговорить об одной из самых главных тем, которая имеет отношение к предназначению личности в этой жизни. Эта тема называется маски. Что за маски? Это не маски, когда пандемия. Это маски, которые я надеваю перед людьми, а люди надевают передо мной. И мы играем вместе некие общие роли. Так вот, эти маски периодически надо снимать. То есть надо самому понимать, в какую маску ты влип перед теми или иными людьми. И когда ты остаешься сам собой наедине, скажем так, то ты порой продолжаешь эту роль играть. Вот важно от этой роли отстраниться и быть самим собой, хотя бы наедине с самим собой. Без этого осознания ты постоянно кривляешься. И ты не знаешь на самом деле, кто ты такой, потому что ты кривляешься даже перед самим собой.